Здравствуйте, продолжаем ремонт двух однокомнатных квартир. Сейчас нахожусь в малой квартире, которая 40 квадратных метров. Видите, здесь практически уже заканчивается клад. Как видите, здесь перемычки уже стоят. Леша сейчас подрезает дверной проем. Вот. Ножовкой, вот у нас стыковка перемычек алюминиевых. Видите, здесь уголок и саморезы. Здесь будут раздвижные двери, поэтому вот такая вот у нас конфигурация, высота дверей, дверных проемов. Значит, завезена у нас уже штукатурка для оштукатуривания газобетонных стен. Будем их оштукатуривать штукатуркой для газобетона Baumit Muroxid MR40. Это модуль упругости невысокий, плотность 1400 килограмм на кубометр. Здесь видите, Леша у нас еще не все клеем замазал, но это недобор. Это, видите, это перевязка. Вот он блок идет, который над перемычкой. Вот он пошел. Вот мы видим его торец. Надо еще подрезать, клеем замазать здесь. Все как полагается. Значит, сверху оставлена щель. Туда будем вставлять велотерм герметик. Если будем крепиться к потолку, то в случае подвижки, то блок будет трескаться и, соответственно, будут у нас на стенах трещины. Поэтому сверху все это дело заделывается велотерм раствор мягкий, либо велотерм пенопласт базовый армирующий слой. То есть такой либо такой вариант. Здесь Леша у нас докладывает наружную стену из влагостойких пазогребневых блоков. Внутри будет душевая кабина из газобетона. Газобетон привезен, он просто в соседней квартире. Пройдем туда. Вот заходим во вторую квартиру, которая 50 квадратных метров. Сейчас включим свет и продолжаем съемку. Здесь, как видите, кладовка, перемычка, надо подрезать блоки. Это у нас вот спальня, которая с раздвижными дверями будет. Вход в санузел. Дальше кухня. Это вот уже грунтовкой CC81 привезено для штукатуривания стен. Штукатурка Muroxid MR40. Здесь у нас, видите, перемычка. Вход в комнату. Так. Кроватка. В общем, здесь у нас кладка выполнена. Шов сверху оставлен. Газобетонные блоки D500, чтобы перегородки сделать. У нас будет душевая встроенная. Ну, штукатурка и MR40. Привезли тут по квартире, раскидали в разных углах. Здесь вот душевая кабина уже обозначена, где будет. Здесь будет место под стиральную машину, полочки, а тут будет Майдаде, раковина. Все как полагается. Ну, короб, инсталляция. Так что вот, ремонт продолжается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Счастливо, до свидания.